Здравствуйте, дорогие друзья. Снова у нас не работает вот в этот момент. У нас снова непрошенные советы. У нас в гостях сегодня потрясающая Мария Куликова. Мария, к вам такой вопрос. Попадаются, наверное, вредные партнеры. Вот как сосредоточиться перед кадром, когда отвлекают, когда начинают рассказывать анекдоты, болтать на посторонние темы? Что нужно сделать актеру? Ничего, я обожаю своих партнеров. Дело в том, что у меня вредных-то особенно и не было никогда в жизни. У меня, знаете, какие партнеры? С ними стыдно, но не скучно. То есть это сплошной ржач на площадке. Но я умею, у меня опыт большой. Я умею сдерживать свой смех и отрабатывать, а потом уже получать удовольствие от того, что они мне мешают. А как вот, кроме шуток, прям максимально быстро собраться перед кадром, если вот до этого хохотали, а в кадр нужно войти и заплакать? Есть какие-то лайфхаки для начинающих актеров? Ну, у меня есть, и я делаю вид, как бы, что я его не слышу, если там продолжается базар-вокзал и какая-то комедия. Я просто медленно считаю до там 10, например. Раз, два, про себя. И это как бы заглушает вот это бесконечное кривляние и веселье. Отлично, отлично. Вот, товарищи, запоминайте. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Ну что, мне кажется, классно, Машенька. Боже. Все, с Машей надо комедию снять какую-нибудь. Ой, как. А тем временем Сергей.